Вторая форма А и Б. Значит, показываю вначале с правым поворотом будет форма А, с левым поворотом будет форма Б. Пожалуйста, припарайся можно. И...
повторили с вами все формы шоссе. Прошу обратить внимание на ошибки. Ошибка всегда происходит в одном месте. Обязательно нужно заканчивать на полупальцах. Начинать и заканчивать форму на полупальцах. То есть показать момент устойчивости. Обязательно показать момент устойчивости на середине.